Так, музяку включили. Повторяюсь, второй заход, еще 200 криков. На прошлом я нафидел примерно на 300 миллиардов, на глазок. Пока еще не считал. Ни одного купона, ни одной ценной награды дороже 90 миллиардов. Я этими сайхами девятыми уже давиться буду. Интересно. Оружие Камонаха. Поздравляю, я купился. Причем это не стоповые награды. То есть, понимаете... Топовые награды, они просто добавляют вам плюс маленький шанс после того, как вы 200 раз крикнули. Но достаются они точно так же, как когда вы крутите общий пул. То есть плюс резак получается. Крутим дальше. Венец власти. Да, кстати, новость. Спасибо, что подкрутили, и то, что я вышел все-таки в ноль. Я не зря горел. Теперь акция хорошая, если что. Перебываюсь моментально, все. Нет, на самом деле, я изначально говорил, что акция очень жирная, но ПВП баланс убит в ноль. И тут дело абсолютно не в акции, а именно в кристаллах. А так, в принципе-то, как бы да. Но учитывая то, что все задемпится, я думаю, что в ноль. Еще одну. Вот тут весьма неплохо. Не, ну на два билета, я думаю, можно не рассчитывать. Точкам конечная. Не, ну все, я уже точно ничего не достану. Все, это был последний заход. И топовая награда, как обычно, венец власти сейчас будет. Венец власти. Ну, почти. В общем... на окровавленное оружие Камонаха позволил мне с трех заходов по 200 кликов выйти, наверное, в ноль, потому что его стоимость сейчас примерно будет где-то 700-800 миллиардов. Даже я бы сказал, при стоимости монет, которые уже улетели выше 2,5. Я, наверное, даже вышел в плюс. Опять же, все это буду дело позже считать в табличку. Но думаю, да. С учетом всего этого, я вышел в плюс.
Можно в телегу даже запустить. Да, тут весьма неплохо. Теперь это все надо продать. Не, я попозже буду крутить. Я не вижу смысла сейчас. Скорее всего, если буду закидывать турбасы напрямую. Потому что у меня кончились монеты, у меня кончилась адена. Я ж купил по ОП буст на 4,5 триллиона. Талик защиты, вот это вот все. Теперь он абсолютно бесполезен. Потому что талик защиты мне ничем больше не поможет в ПВП. Я буду точно так же ловить в гадс по 20 лямов. Вопрос из чатика. Акс, как думаешь, адена подорожает? Я думаю, уже легально можно по 50 рублей делать. Напрямую и новый. С таким курсом и нет. Как выглядит выбор? Right-кликом. Тыкаем. Берем резак. Акамонаха. Я пока брать не буду, смысла особого нет. Да, сделали, кстати, красиво. В общем... упарываться, тратить последнюю адену на монетки по оверпрайсу, наверное, не стоит, потому что рандом очень сильный. Вы либо выходите в плюс, либо прям в тотальный минус. А вот ребятам, которые закидывают рубли в монитор ведрами, для них акция, конечно, вообще норм. В основном это топовые кристаллы души для ПВП. Ну и маленький шанс достать сияние 10, но я сомневаюсь, что кто-то достанет. Может, парочку за всю акцию. Но ПВП все. Походу.